этом году он обещает стать самым массовым за все время проведения. Танцевальные батлы, воркаут, паркур, алтимат, фрисби, скейтбординг – все, чем увлекается сегодняшняя молодежь. Буквально на каждом сантиметре старой набережной происходит настоящее шоу. Я вообще так и начала недавно ходить на танцы. Я только на руках пока не могу стоять. Не просто рисунки мелом на асфальте, а настоящее искусство. Хоть и обман зрения, но, в общем-то, никакого мошенничества. Тут идет закон перспективы, то есть все прямые линии должны сходиться в одной точке. Как говорится, интересный момент, что 3D-рисунки, они смотрятся хорошо только через камеру. То есть зачастую человек глазами не может этого увидеть и понять. Трюки на скейтборде не всегда удачны, но именно опасность и подстегивает молодых людей прыгать еще и еще. Адреналин не дает остановиться. Катаюсь для себя и ради своего удовольствия. Нет такого, чтобы, допустим, кому-то что-то доказать. Я просто доказываю, самоутверждаюсь перед самим собой, что я могу что-то. Стартфест стал той площадкой, где молодежь могла показать себя и научиться новому. Мы вводим новое направление, такое как инновация, это современные технологии, дабы пора уже молодежь знакомить и с наукой, и инновациями. Вот так. Пройдя дальше по набережной, на полевом спуске самарцы окунались в лиричную атмосферу. Здесь открылась литературная гостиная, настоящее поэтическое шоу. О Самаре в стихах и прозе. Дети и взрослые соревновались. Кто красивее, признается в любви родному городу. Всей Самаре мама Волга колыбельную поет. Эта песня, как молитва, охраняет город мой. И лазурных волн палитра дарит радость и покой. Со сцены самарцы читали стихи собственного сочинения. Именно эти строчки брали за живое. Это самодеятельные, будем говорить, поэты, но они искренне от души это пишут. Не только пишут, но и читают. Карина Герасенко между выступлениями на сцене заканчивает очередной роман Булгакова. От книги не отвлекают ни суета вокруг, ни шум, ни разговор с друзьями. Почему бы не почитать, когда есть 5 минут до выступления, 15 перерыв? Булгаков, он один из известнейших классиков, так что нет, это было совершенно наобум, почему бы его именно не почитать? Здесь же развернулась выставка писателей Самары. Литературная история города богата яркими личностями. Здесь жили и творили Сергей Аксаков, Максим Горький, Алексей Толстой и другие. Мне нравятся не только их стихи, но еще их биография. Например, там Пушкин, как он жил, как он там развивался, как он шел к успеху. Например, я мечтаю стать актером, и для меня это очень важно. И я, так как становятся другие известными, мне очень это интересно узнать. На набережной у Ладьи концерт «Самара. Город дружбы, единства и созидания». Всех объединило общее чувство бесконечной любви к родному городу. Люди очень дружелюбные и вообще супер тут. Мне больше всего здесь нравится Самара. Я очень обожаю и люблю Самару свою. Это самый мой родной и близкий, как город. Волга наша. Волга отличает от всех городов. Это родной город наш. Мы родились здесь, живем. Кульминация праздника – выступление хора Турецкого. Праздник песни – новые программы коллектива. Первое народное караоке. Мы особо подбирали репертуар. Мы должны сегодня зажечь в этом городе настоящее пламя страсти и любви к искусству, пламя дружбы, пламя интереса к родной природе и к нашей родине. Тысячи самарцев вместе с артистами спели любимые хиты всех поколений. Надо быть спокойным и упрямым, что порой от жизни получать. С днем рождения города самарцев поздравил и глава администрации. Возвращаются детские сады в муниципальную собственность. Строятся новые дороги. Развиваются спортивные сооружения. Это все то, чем мы по праву можем гордиться.